Ой-ой-ой, друзья, приветствую вас. О. У нас просто был Габри дропмастером, я такой весь сразу ой-ой-ой, потому что он второго уровня. Вот Патата у нас может уже что-то показать из себя. Он, по-моему, 20 какого-то. Ну и, соответственно, с вами не я. Дропаемся. Дропаемся. Я бы сюда сразу упал. О, Хемлок, это хорошо. И Эрц 301 со старта. Что за подарки сегодня такие вы мне приносите? Слушайте, давайте, ну, не Хемлок, а лучше вот это вот возьмем. Он мне еще больше по душе. Так, это не надо. Это сразу использовать. Так, у нас на бункере сразу же войнушка пошла. Теперь бы залутаться слегка, и можно было бы участвовать. О! Все, пойду участвовать. Отлично. Разобрали отряд. Что может быть лучше? Я не то пошел в дыму. Так, ну я возьму корпусный щит, конечно. Зачем мне? Почему бы и нет? О. Пошлите. Не понял, почему чувак хочет там что-то лутать. Ладно. А, здесь все залутано. Здесь уже успели выйти. Ну, блин. Психопаты. Давайте глянем все-таки низ на всякий случай. Может, может что-то не взяли. Взяли. А, ну, на в любом случае туда, да. Так что... Насколько нужно быть странными ребятками, чтобы не забрать... Воу. Воу. А, тут война была. Воу. Офигеть, что происходит вообще тут? Не знаю, надо... ребята бегали, не забрали ничего вообще. Ну, очень странно, то есть там повоевали. Вот сундук. Забили болт на... Extended heavy mag here. Level 2. На весь лут и просто убежали повоевать. Ну, окей, это закончилось для них плохо. Поехали вверх. Так, у нас есть теперь уже флетлайн с неплохими этими, золотой ствол на пистолет, на наш 301 автоматик, и это замечательно. Куча патронов. Без магазина он пока бесполезен совершенно, но я же верю в лучшее, мы его как-нибудь найдем. Давайте пока, наверное, вот так. Так, а почему тут никто ничего не лутал? Вроде бы тоже не лутано. Ладно. Да, тут вроде тоже не лутано. О. Так, ну лишнего ничего нет. Гранаты жалко выкидывать, может пригодится. Магазин, пожалуйста, какой-нибудь магазинчик бы. Спитфайр нет, спитфайр брать не буду. Хотя, может быть. Посмотрим. Все, ребят, я к вам иду. Где он там? Danger close.
Это было очень неприятно. Ну что, довыёживался на меня? Да помоги ж ты, блин, союзник! Фух, что-то жарко было. Ничего, хорошо. Дроп у нас еще падает под носом. Все прям случилось как нельзя лучше. Мне нужна сумка. Блять. Воу! Хотя я не знаю, где-то там враг. Да ёп! Да! Золотая броня, блин. А у них и нет выбора, им нужно поджиматься. Угу. Мы сами немножко не в зоне, как бы так получается. А, они решили немножко в бок побежать. Блин, чуваки, что-то здесь слишком жарко. Я прямо... Pick up our squad mate's banner. Marking our surroundings. Someone traveled through here. Taking a moment to hit.
Пойду воскрешать здесь, потому что урон небольшой будет совершенно. А он сможет успеть залутаться. Чок, не заходи в зону. Ты-то хоть не заходи. Так, ну уже получше по патронам у нас дела. Не знаю, куда делось это. А, вон он! Нашему капец. Мы справились? Зона пошла, боже мой, зона далековато еще. Побежали, 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 зона может это уже и съесть. Это меня может спасти, блин. Господи, дошли. О, мы чемпионы? А как это так случилось? Ладно, неважно. Слегка шок. У-ху-ху, друзья, это было... Это было потрясающе. Просто вау. Я доволен забегом. Что-то, как будто с самого начала что-то дикое происходило. И... 12 киллов, 1500 урона. Наши союзники тоже старались. GG просто отличное. Ну что ж, как всегда, вы знаете, что делать. А мы с вами услышимся. Пока-пока.